Привет, с вами StevPro, и сегодня у меня есть для вас новость. Первая новость заключается в том, что теперь я буду снимать видео и на ПК. То есть раньше я открывал такой проект, на котором я снимал обзор модов на ПК-версии Майнкрафта, но я закрыл проект по причинам комментариев. Да, я читал ваши комментарии, и некоторые хотели отписаться с канала. Да, я никого не держу, вы можете отписываться, но я через некоторое время анализировал ваши комментарии, понял, что вы думаете о том, что я буду выкладывать видео про Майнкрафт ПК больше, чем про Pocket Edition. Это неверное суждение, так как на Pocket Edition очень мало модов. Как в то время на ПК модов, наверное, где-то около 10, наверное, тысяч, да, реально модов. И поэтому видео на ПК будет выходить больше, чем на Pocket Edition. Я стараюсь, лазю на сайтах, группах и ищу разные моды, чтобы вам показать. Но мне не всегда удается выложить видео вовремя, так как у меня бывают неполадки. Наверное, у всех есть такое время, когда вы просто-напросто не успеваете или не можете в этот момент куда-то залезть или что-то сделать. Так же бывает и у меня. Поэтому теперь у меня будет две рубрики: ПК и Pocket Edition. Надеюсь, никого я не расстрою и никого я как бы не обижу. Видео будет выходить поровну, то есть сколько модов выйдет на Pocket Edition, столько я и сниму. И на ПК я буду снимать видео 4-5 дней. Но может быть и поменьше, когда как, смотря сколько модов выйдет на Pocket Edition. Поэтому готовьтесь, что уже будут новые видео на ПК. Ну, на ПК у меня довольно слабый, поэтому видео местами могут подлагивать. Да, не подлагивать, а могут быть резкие кадры, то есть кадры будут дергаться. Также я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю удачи и счастья, можно так сказать, в личной жизни. Ну что ж, с вами был Стив Про. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.